62 промышленных предприятия Казахстана имеют автоматизированную систему мониторинга выбросов в окружающую среду. Об этом сообщили представители Министерства экологии и природных ресурсов на брифинге в СЦК. По данным ведомства, система необходима для отслеживания выбросов в режиме реального времени. По новым экологическим стандартам должны работать все казахстанские предприятия, отметил председатель Комитета экологического регулирования и контроля по современной системе мониторинга эмиссий. В планах подключения к системе еще 29 инфраструктурных объектов. Мы на первоначальном этапе охватили самые крупные предприятия, на которых приходится основа и объем эмиссии в окружающую среду. Согласно правилам ведения АСМ, определены следующие критерии. Это валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу 500 и более тонн в год от каждого стационарного источника. Для источников на станциях, работающих на твердом и жидком топливе, 50 мегаватт и более. Для работающих на газе 500 мегаватт и более.